Капуста может спасти от рака. Последние исследования доказывают, что большинство видов капусты и некоторые другие овощи способны снизить риск рака. Ученые из Института Фрэнсиса Крика нашли в крестоцветных овощах, к которым относится капуста, химические соединения, предотвращающие рак. Об этом пишет The Statesman. Вещество индол-3-карбинол, содержащееся в таких овощах, выделяется при их жевании и преобразуется после контакта с желудочным соком. Оно способно влиять на стволовые клетки, отвечающие за регенерацию слизистой оболочки кишечника. Опыты проводились на мышах. Исследования показали, что диета, содержащая много овощей с индол-3-карбинолом, защищает от развития рака даже расположенных к этому особей, а у больных развитие болезни замедлялось. Накануне ученые обнаружили ген зомби, защищающий от рака. Ранее было найдено безопасное и эффективное лекарство от рака. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.